Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите Печорское телевидение. Информация для жителей и гостей нашего города. Компания ООО «Гастехмонтаж», официальный сервисный центр завода «Грант» в Республике Коми, предлагает свои услуги населению: установка, демонтаж газовых счетчиков, подключение газовых колонок, плит, котлов. Предоставляются скидки пенсионерам. Далее информация о погоде. Оставайтесь с нами. Партнер программы «Прогноз погоды» – компания «Автотрейд». Фирма «Автотрейд» реализует автозапчасти отечественных производителей. ГАЗ, ПАС, УАЗ, КАМАЗ, ЕМЗ, Урал, а также автохимия, аккумуляторы за наличный и безналичный расчет. В продаже имеются подарочные сертификаты и накопительные дисконтные карты. Вас всегда рады видеть по адресам: город Печора, улица Советская, 45, телефон 4-306, поселок Кожва, на базе Альфа-Транса, телефон 43-37. Также на базе для владельцев грузовых и легковых автомобилей работает шиномонтажная мастерская. Телефон 42-38. По сообщениям синоптиков, завтра, 14 марта, в Печоре ожидается облачная с прояснениями погода, временами снег, ветер западный 2 метра в секунду, атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха сегодня ночью будет минус 13-15 градусов, а завтра днем минус 6-8. Уважаемые телезрители, не забывайте, что объединение «Волна» – это еще и разнообразная полиграфическая сувенирная продукция в наличии и по индивидуальным заказам. Вы смотрели прогноз погоды. В студии была Екатерина Остапьев. Всего доброго. До свидания.